любимые подписчики, коллекционеры Панини и поклонники Щенячьего Патруля. Кто давно на моем канале, те знают, что у нас большая коллекция щенков, и мы обожаем Щенячий Патруль. В декабре 2021 года Панини выпустили коллекцию наклеек с альбомом «Мега Щенки». Это пятая коллекция наклеек от Панини, посвященная мультфильму. Но в Европе она уже была выпущена в 2019 году, а до нас добралась так поздно. Так выглядит альбом коллекции. Я купила сразу коробку с наклейками. В таком боксе 50 пакетов. В каждом пакете по 5 наклеек. Наклейки можно покупать в блистерах или бывает еще набор. Альбом со стартовым набором наклеек. Моя коробочка выглядит немного потрепанной, но она так и выглядела, когда я ее купила в детском мире. Альбом внутри красочный, здесь много текста. Есть и задания. Я думаю, что поклонникам он обязательно понравится. В середине альбома есть постер, на который тоже нужно наклеивать наклейки. На этом постере вся команда Щенячьего Патруля. Я развернула постер, чтобы мы могли посмотреть на щенков. С другой стороны на постере изображены Гонщик, Маршал, Крепыш и Скай. Карточки с номерами для постера будут с буковкой P. Я сейчас вместе с вами открою несколько пакетиков, чтобы мы вместе посмотрели, как выглядят наклейки. Всего в коллекции 176 наклеек, и они бывают простые, фигурные и блестящие. В этом пакетике мне попались все простые. По качеству мне кажется, что некоторые наклейки могли бы быть и почетче. Но, может быть, это и не так просто было сделать. С обратной стороны на каждой наклейке есть номер. Это номер к постеру. Откроем еще пакетик. Тут есть наклейки с кадрами из мультфильма. Вот и попалась блестящая наклейка с крепышом. Ну и еще один пакетик посмотрим. Интересно, кто-то из вас уже собирал коллекцию со Щенячьим Патрулем Панини? Тут часть картинки, еще одна блестящая и еще одна блестящая с Гонщиком. Блестящие наклейки очень красивые. Интересно, как выглядят фигурные наклейки. Вот и наши любимые персонажи. Скай, Крепыш, Райдер, половинка наклейки, еще один Крепыш. Я когда открою все пакетики, я их вклею в альбом. И вам еще повторная наклейка. И тогда вам смогу показать. И сколько наклеек у меня получилось собрать из целого бокса. Но я не думаю, что у меня получится собрать целый альбом. Потому как по опыту скажу, что у меня ни разу не получалось с помощью одного бокса собрать все наклейки. Обязательно какое-то, вот кажется, опять повторка. Обязательно какое-то количество наклеек приходится потом дособирать. Посмотрите, какие еще красивые мне попались. Всего из блока получилась такая большая стопка, но здесь есть и повторные. И сейчас я их все наклею. Итак, что же у меня получилось? От блока с наклейками у меня осталась целая пачка повторных наклеек. Постер у меня практически весь заполнен. Если считать с двух сторон, то у меня не хватает всего две наклейки. В альбоме не хватает наклеек, конечно, больше. Всего 35 штук мне нужно еще собрать. И я для того, чтобы обмениваться наклейками, советовала и раньше сайт для коллекционеров Last Sticker, на который я оставлю обязательно ссылочку в описании. Если неудачно приклеили наклейку, то ничего страшного, ее можно легко отклеить. Но некоторые наклейки, состоящие из нескольких частей, мне не удалось хорошо состыковать. И здесь уже не моя вина, а они были немножко криво напечатаны. Желаю вам удачи в коллекционировании, собрать полный альбом. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!